Подходи, пообщаемся. Подходи, пообщаемся. Подходи, пообщаемся. Долг на картоне жутко секретную засаду и перехватил одного сталкера. А у того полный рюкзак кобра и подул жутчайший, и всю порошка не накатила. Командир, отпустите меня. Вот говорили мне, что ты не стояли скучался. А ведь верно, да? Если я бы трезвый был, то разве сможет тебя? Вчера же я зону видел, как я тебе засаду устраивал. Ну и что?
разлалка. Thank you.
старье. Блин, а? Чувак, мир, ствол спрячь, ага. Зону под контроль. Ну не идиоты. Для кого стараетесь? Ну расчистите кусок зоны. А они там полигон сделали. Детишка в вашем жилье улице. А люди, а? Идиоты, блин. Всему верят, что их по ящику сливают. И все, что им скажут, сделают. Сами думать нифига не хотят. Эх, встряхнуть бы их нехило, чтоб гляделки открыли. Вот как оно всегда получается? Вот только человек вот, кусок власти получит, так сразу хрен знает, какая из него цаца становится. Один мужик говорит, все остальные дерьмо, доктор, блин, я совсем работаю. Перестал спать. Вот только лягу, мне сразу же снится, будто я заперт в бункере со стаей кровососов. Так, бросайте траву курить, уважаемый. Нет, так разговора не будет. Оружие убери. Врагу не сдается наш город!